Меня зовут Дарак, меня зовут Ирка Стар, и сегодня мы будем обозревать мой новый слайм. Он вот такой вот, он самодельный, с клея и вот борной кислоты. Это моя коробочка, давайте ее откроем. Он такого вот приятного цвета, такого вот мятного. Эти бусинки я добавляла сама. И здесь есть блесточки. Вот так вот выглядит в середине. Сладкая вата, серьезно. Так, давайте мы его вынем. Он очень крутой. Растягивается. Сейчас попробуем, чек хрустит. Нет, не очень он хрустит. Может, там пузырьки лопаются, но он как и не липнет, но остает след, как знаете, как... Сам этот лизун остаёт цвет. Точнее, не цвет, а свои остатки. Давайте мы еще сюда добавим этих вот самых бусин. Вот сюда. Так. Главное, аккуратно их добавлять, потому что у меня они все-таки рассыпались. И давайте их сразу перемешаем, но это еще не все бусины. Ой, мне ухо зачесалось. Глаз. Ой, все. Так, теперь мы опять растягиваем. И теперь будем нормально так выбивать. А? Так, у меня осталось еще немножко. Давайте мы их добавим. Вы видите, ночник. Перемешиваем. Мне действительно нравится. У меня вообще не получаются такие вот слаймы, как вы их делаете. Кстати, да, для меня это не лизун, для меня это слайм. Я не понимаю понятие лизун и слайм. Я понимаю, что лизун как бы так вот тянется, ну как, не тянется, а как сопля. Это лизун. Да где? Ой! Он упрыгал. Я сейчас перемешаю чисто в руках, то есть да, очень нравится мне он. Делал мне канал Ася ТВ, я его сама еще не нашла, но знаю, как он называется, это моя одноклассница. Вот, и вау, он очень-очень красивый. Мне очень нравится этот цвет, этот мятный цвет с этими бусинами, с этими блестками. Он очень красивый, мне прям... Не знаю, мне очень нравится. Нет, ты не укотишься. Ты не укотишься. Я тебя вот сюда вот впихну. Вот и все дела. Вот как бусинки хотят от меня утечь. Смотрите, он тянется. Он тянется. Он бывает, что хрустит. Может, я вам скажу, что это не очень хорошее. Но да, он хрустит. Очень круто хрустит. Вот. Еще он, как я сказала, не очень липнет, но остается следы. Я это очень сильно люблю. Да. Да почему они упрыгают? Не, где? Вот. В общем, ребят, время итог. Плюсы то, что он крутой, цвет мне очень нравится. Он бывает растягивается, бывает хрустит. Он очень-очень крутой, мне очень нравится, но есть еще и минусы. А минусы это то, что он не липнет, а остаёт свои следы на мне. Но я это очень люблю, так что это можно считать и не минусом. Где? Okay. Вот, еще минус то, что он бывает не растягивается и бывает не хрустит. Ну, а так он очень крутой. Даже минусы эти вообще как не минусы. Сначала он очень сильно лип, потом я его очень сильно мешала в руках, и он перестал липнуть, и мне он очень понравился. Так что, если вам понравилось это видео, то поставьте пальцы вверх, подпишитесь на мой канал. А я вас очень сильно люблю. Пока!